Это действительно радостное событие для всей школы-интерната. Ребята ждали знаменитого спортсмена с самого утра. А чтобы время пролетело быстрее, вышли на площадку и робко взяли в руки клюшки. А вот и первый наставник. Бьют не по шайбе, а по льду. Да, для того, чтобы клюшка немножко прогибалась, и сама клюшка выталкивала шайбу туда. Говорят, движение – это жизнь, спорт – это здоровье. А для детей из школы-интерната это еще и психологическое здоровье. Это доступность этой площадки, что небольшое количество свободного времени могут здесь проводить, выплескивают какие-то свои негативные эмоции, выплескивают свою энергию, которой очень много, сразу оказало благотворное влияние. И они стали более спокойные и жизнерадостные, что заметили сразу же и взрослые, и сами ребята. Ребят, я правду говорю? Здесь хоккей любят все. Сборное поселение, между прочим, действующий чемпион Одинцовского района. Еще одна гордость Никольского – команда 40+. Конькам здесь все возрасты покорны. Поэтому за такой подарок Алексею Терещенко и его спонсорам особенно благодарны. 2 миллиона рублей – это довольно-таки серьезная сумма. И учитывая то, что здесь ребята не просто учатся, они и живут в этом доме. Поэтому игровая площадка, детская площадка для них – это очень и очень важно. Трехкратный чемпион мира надеется, что дети будут играть здесь не только в хоккей. Лёд растает, да, по весне. Здесь есть площадка, можно предназначена, баскетбольные щиты стоят для волейбола, для футбола. Поэтому нужно ходить, заниматься, развиваться и получать удовольствие. Символическое разрезание ленточки и чемпионский мастер-класс. В воротах лучший вратарь Одинцовского района. Взять штурмом его крепость оказывается не так-то просто. И все-таки под натиском настоящего профессионала он сдается. Гости приехали в школу-интернат не с пустыми руками. Они подарили ребятам коньки, клюшки, шлемы и защитные комплекты. Раньше о такой экипировке можно было только мечтать. Проводить тренировки на новой площадке с детьми будет профессиональный тренер. Но мальчишки уже побежали примерять обновки. Им не терпится выйти на лед в новой красивой форме. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».